заготовка дров. Так, пробрались мы через лес на обратную сторону водоема. Здесь вот находится водопад. Через лед идти не решились, потому что что-то полыня какая-то там. Не видно воду. В общем, лед какой-то не очень прочный. Поэтому объехали в лес, по лесу, в объезд дорога. Ну, снег хоть и глубокий, но мы достаем спокойно колесами, да. Земли и едем. Проблем у нас никаких с этим не возникает. Все, сейчас погуляем здесь, до водопадика дойдем и поедем дальше. Ура! Есть водопад?
видишь обочина, там обычно трактора ездят всегда. Здесь-то вспахано, споронено все, счищено. Прямо вот мы по направлению к нему идем. Там овраг, вот он вниз уходит. Внизу река, ее в принципе вот отсюда даже видно. А где эта писаница? Тут, в общем, никаких подъездов точно нет. Что такое пешком там дальше следовать? Ну, блин, пешком там глубоко шлепать. Ну, ты хочешь, чтобы я что-то сказал, что ли? Да. Так а что я не знаю? Не знаю, погуляли, пожгли костер. До скалы не доехали, до которой хотели. Но места здесь красивые. Лес снежный. Сегодня морозно, градусов, наверное, 15. Проверим, вон на Соболе фонари. На голове. Светит.